Ваня, уборкой вы во сне круглосуточно. Вот. В такую погоду они вывозят и убирают в любое время. Так что подписывайтесь на наш канал Дани и Ваня и будьте в курсе всех новостей. Так что снег убирает и в такую погоду. 2 сентября, вот, например. Даже. Хотя, с другой стороны, может быть, они и убрали, что снега нет. Вот так убрали они все. Снег вывезли. Да, это город Харьков. Сентябрь. Да, даже растопили снег. Вот это работа. Хорошая работа, смотри. Так что можете сами убедиться. Вот. Так что лужу можно попробовать. Как они растапливают снег, убирают. Это, наверное, ноу-хау какое-то. Нормальная лужа, да? Не надо пробовать. Не надо. Подписывайтесь на наш канал Дани и Ваня. Будьте в курсе всех новостей. Всем пока.